В США бушует крупный лесной пожар. Площадь распространения огня превысила 1600 гектаров. Под угрозой пожара находится 150 домов. Объявлена частичная эвакуация. Разгул стихии начался в округе Напа, который известен своими виноградниками. Причиной возгорания стала автомобильная авария, случившаяся на одном из шоссе. Пожар тушат около 300 пожарных и 4 вертолета. Власти призывают туристов воздержаться от походов и кемпингов в этой местности. Из-за засухи трава стала очень сухой и легко воспламеняется. Именно поэтому пожар распространяется так быстро.